Всем хай, ребята, с вами Экстер и Брайан. Всем привет. Сегодня мы будем рубиться в Bad Wars, и я попытаюсь научить Брайана играть, потому что он первый раз играет. А я попытаюсь затащить все катки, притом все, всех перебью и всех. Девушка такая сказала, всех перебью и всех. Вот девочка, это обидно было. Не, ну в смысле скин, хэштег Экстер беги. А, ребята, первый раунд, ой, какой мир-то. Аж. Первый раунд. Я пошел закупляться. Уже, да? Закупляться? Хочешь быть модным? Украинский просто бьет вообще. Просто бьет. Короче, у нас железо вроде бы тут тоже выпадает, да? Ясно, пацаны, я понял. Тут. А где железо у нас выпадает? Я уже забыл. По-моему, да, железо вот в этом, а центр еще дальше. То есть это не центр. Построим, пойдем. Давай, пойдем. Я возьму блоки и пойдем сразу первыми построим. Да, я сейчас позову. А, у меня нету для блоков, не хватает. У тебя сколько? 18. У меня 2. 12. 2. Ну, я тебя знаю, что у тебя в школе там 2 получаешь каждый. Не надо. Каждый день. Я не в школе учусь, не надо. Ну, в колледже. По-любому 2. Ну, здрасте, я на степух учусь. Я тоже, и чё? Двойки не получаю, что ли? Ай, давай быстрее стройся. Так, у меня сейчас... Кто это такой? В смысле? Он чё, совсем? Он сломал просто, понимаешь? Шёл к успеху просто. Пацан к успеху шёл, называется. Не дошел. Он такой подумал, ну что, я первым пойду, там железо найду. Чё, нет, ты ушел отсюда, чувак. Я просто возле тебя шел, он хотел меня и тебя сбросить, не получилось. Ну ты падла, а. Сейчас его скинем. Сейчас. Прикинь, зашли в Bad Wars своих скидывать. Блять, сейчас чувствую, игра начнется. Ага. А что застраивать будет? Что? Кровать ты. Вот ты, у тебя блок есть, я пошел рашить. Может быть, получится. Может быть. Ладно, ладно. Тогда я не знаю. Там до центра уже достроились, по сути, наш. Я не знаю, если... нет, не достроились. Чувак, неси блоки. Срочно. Сейчас принесу. Много блоков прям? А, нет, 32 хватает. О, вот чувак хорошо делает. Молодец. Так, ты блоки возьмешь, да? Я делаю, чувак, нормально делает, да? А, чувак, иди сюда. Это ты? Где ты? Вот сюда, иди. Вот. А. На, быстро бери. Все. Одевайся и давай с блоками. У тебя меч хоть какой-то есть? Ну я блоки закупил. Ну, пошли тогда. Сейчас, подожди. Нет, меч все-таки надо, вдруг ты меня будешь оборонять. Да. Блоками. А, ну да. Я еще еды возьму. Все, у меня есть еда, у меня нету ресурсов. Пошли. Давай, быстро закупай. Там 25 меч стоит. 25 меч. Вот, все, купил. Все, пошли. Можно было и палку купить. Надо центр быстро, чтобы там этот, голд. Голд. Нам срочно нужен голд. Да, вот прям... Ой, зачем такую вышку строить-то, а? Да, в смысле, чувак, нам... Да, нам надо на центр сверху, только вот ты как-то не подумал о нас. Ой-ой-ой, у меня нет блока. Строй я... эту. А, точно. Стой, точно, подожди, точно. Вправо немножко. А потом уже строй дальше. Потому что нам нужно наверх. В нас стреляют. Нет. Давай, быстрее стройся. Давай. Немножко сверху надо, чтобы к нам не могли пройти. Но хотя они и так уже смогут пройти. Не пройдут. Давай. Быстрее, чувак, да не так. Это, лесенку. Главное. Вниз? Вверх. А, я понял. Давай. Уйди! Вот так вот, все, давай, еще один блок. Спасибо. И еще там чувак поставил, все, молодец. А, чуть не упал. Все, теперь вот, ты видишь, тут есть красный, надо его лупить. Лупим красного. Чти. Все, убили. Золото, мое золото. Тут золото, и внизу вроде бы ничего нету, да. Внизу ничего нету. Я там слил, слава богу. И экстра слил, да? Так, у меня нету блоков. Давай построй вот так. Ладно. Построй лесенку, пойдем к... Кем? Пойдем к этим. Подожди. Чувак, давай. У тебя же половинка этого опыта, если ты... Давай. Все, пошли. Можешь пойти туда и закупиться, не?
А где закупиться? Обратно? Нет. Я не хочу. 24. Нет. Я не хочу. Пошли, пошли. Подожди, подожди, не прыгай там. Опасно. Надо вот так вот прыгать. Ой, еды нет. Ладно, пошли, пошли. Вот тут у меня есть еда, иди. Я тебе дам. Где-то. Внизу прыгай. Красный, красный, красный пришел. Убей. Слил. Вот, он упал сам. Ладно. Давай вниз прыгай. Сейчас прыгну. Давай, давай. На. Перейду и пошли. Блин, анимация в Майнкрафте такая смешная. Надо быстро сразу пойти к ним и убить. Правда, я не знаю, если получится убить. Главное... Ой, они нас уже заметили. Мне надо жизньку себе накопить обратно. Сорта еда такая вылетает, знаешь. О, ой. Пошли, пошли, там один чувак. Пошли. Мы сможем их быстро. Давай, ты первый. Ты, если что, лупишь, я сразу к этому. Кроватки. Все, кровать сломана. Надо его убить. О, да. Ты умер? Да. Да. Ну, ничего. Ничего. Я сейчас прибегу. Я сейчас броню куплю тут. Мне хватает. А, все, ну, впрочем, синие уже поломаны вовсю. Надо главное теперь... Главное сейчас нам не... Что? Ты понял. Главное нас не сломать. Ну, ладно. Да. Так, меч сейчас стоповый купим. Кирку надо купить. Да, это уже. У тебя там остались поинты, да? Ну, да, 328 уже. Да, ну, это хорошо. Еды купить надо. И надо еще броню хорошую за 300. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот а, это 300. Наш, это наш. Чувак пошел такой желтый и у меня лупит, лупит. Слушай, а лук купить или нет? Нет? А, ну, у меня есть лук. Ладно, все, я иду. Малорик. Ну, он такой написал, ага, у меня хотел убить сразу. Начал меня лупить такой. Своего. Вот, и все. Так, пошли к... Я не знаю, кто это. Вы давайте там не разговаривайте, а то сейчас разговаривать так будете, да? А, о, ты ютубер? Да, я ютубер. Поздравляете меня. Так, я к тебе бегу. А куда? Так, я на желтых, по-моему. Желтых? А, не, на красных. Опа, отступаем, отступаем. Давай сюда иди, чё ты, засал? Это... Ай-яй-яй, сейчас. Это сейчас на нее пришло, да? Где он? Кто? Ты вниз спускайся и там бегай по кругу, меня найдешь. По кругу прям? Угу, прям по кругу. Вот там. А, ты снизу там, в центре? Да-да-да-да-да, я внизу. Все. Так, зеленый. А, нет, я красным. А вот, вот вижу тебя, вижу, давай помогу. Давай, пошли сейчас, к ним. Сейчас, подожди, так покушаю. Так, главное, чтобы нас не сломали, это давай, самое... Оба-оба-оба-оба, я уж испугался, тут что могу упасть. Ага. Так, у меня, впрочем, есть лук, я могу этого скинуть. Я сюда пойду? Или как-то хотя бы попытаться это сделать. Блин, зря лук не купил. Он там сверху строится сейчас стрелять. Он что-то завис. Видишь там сверху? Я его сейчас скину, по-моему. Пацан сверху, видишь там? Ага. Я, почему скинь он его. Строится? Скинь. О, скинул, все. Но он не умер. Не, плохо скинул. Он не умер. Ну, я вижу. Вот, давай я тут сейчас... Вот вы, у них же луки есть. Я знаю, что у них луки есть. Давай снайпер, блин. Да нет, не получится. Штангу повалил тебя, да? Ой. Не получится, это будет очень... Красавай. И этот чувак, он умный. Да? Какой вот этот? Ну, который наверху. Который наш, да? Нет, не который наш. Который построился. Я вижу, что наш тупой чет, сижишка. Нас построился наверх, чтобы... Ну, то есть не наш, а этот чувак построился наверх, чтобы его не нашли... Ну, то есть не дошли до него. Вот так вот будем стрелять в него. Видишь, я строитель блок. Ой, блин, я пацаны. Я в него не попадаю. Можешь пойти к ним? Я не вижу, где стрела летит. Давай я побегу и сломаю эту кроватку. Ну, давай вместе побежим, что ли. Давай, 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 давай. Быстро, 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 быстро. Ломай, 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 ломай. Кровать, кровать. Есть. Есть? Да. Все, теперь надо их лупить. Ладно. Все. А, у меня мало, мало жизни. Давай, иди. Беги, беги, беги. Сейчас, подожди. Сейчас надо... я поставлю тут блок. Все, ты можешь сейчас запрыгнуть наверх. Главное, чтобы тут наши не упали. Вот так вот. Так, а все отлично. А он наверху, да? Да, он наверху, падла. Да еще один есть, где-то красный. Так, слушай, остались мы и зеленый. Я к этому наверх пойду.
Думаю, он где-то построился в край карты. Давайте, если он будет бежать, то я его собью. Да. Смотрите, чтобы наши кровать не сломали. Да, вы... тебе сейчас логично будет пойти к нам на домик и посмотреть, что там. Если что, лупить. Потому что у нас вообще сейчас ничего не оборонит. Хотя один желтый есть где-то. Ну, вот. Я его где? Попытаюсь скинуть. Но вряд ли у меня это... А, получилось? Да, все. А, они двое там. Они оба там. Понимаешь? И что они там двое делали? Я не знаю. Они один залез, другой сидит. Шалуны. Вот еще. Пацаны, вы как... А, он желтый наш. Микс, мэл. А, не, у нас все норм. У нас все норм? Ну, да. Хорошо тогда. У нас пацанчик так норм бегает. Будем наверх строиться. Там вода где-нибудь есть, чтобы упасть так мягенько прям. Только мимо карты можно упасть. Ну, это я заметил. Так, я сейчас к зеленым построюсь. Блин, ну они умные-то, а. Кто, красные? Да, они оба залезли там. О, все, скинул. Шалуны, блин. Скинул. Ну, они умер, да? Не, умер. Умер, все. Все, давай иди, я тут к зеленым построюсь. Только как мне падать, я не понял. Так. Ой, там зеленые уже ждут. Ждут? У них что, луки? Да, луки уже там все есть. О-о-о. Можешь мне тоже пойти купить, а? Ёп! Что ты сделал? Сзади. Кто-то. Красиво. А, в смысле, ты на базе? Ну да. О, ты там смотри. Я смотрю, я умер. А то медленно спускаюсь, и я... Вот давай быстрее, а то там зеленый уже там серьезно застраивается. О, чувак, я не знаю, как быстрее я. Так, я умер, блин! Я просто спрыгнул, у меня мало жизни было. Там, посмотри, как зеленые застроились. А, я боюсь смотреть, я не буду смотреть. Посмотри, посмотри, там прям, знаешь, это оборона, блин. А, я думал, у них, у нас на железе они. В смысле на железе? Ну, на железном этом. Ну, у них оборона, ничего так. Нормально. Нормально. Пройдем. Пройдем. Главное, чтобы нас не сломали, чтобы... Ой, чувак, как мне залезть обратно? Неси блоки, пожалуйста. А то чувак тут не подумал. Все время блоки ношу, а? Вот вся работа по жизни. Вот смотри, как мне залезть обратно-то? Да. Спасибо. Пожалуйста. Давай. Все. Не надо! Что? А, он все, он нормально, он нормально. Не надо. Да он там сломал что-то прям пропорционально кровати. Ой, блин, надо этот меч кому-то отдать. Кому отдать? 400. Не. Кому отдать меч? Не надо отдавать меч. Просто себе оставь и все. Да я выкинул, просто кто-то подберет и все. Мне нужен так, лучший меч. Пошли. Вот что он сделал, а? Он сделал прекрасную оборону. Этого. Да, я вижу. Я такой, а что он сделал? А, все. Все, нормусь. Пошли. Блин, я чувствую, что я пока добегу, я убьюсь. Убьешься? Я просто когда маленьким был, уже ступенек падал. Надо на центр идти. О, к нам хотели этот... Я вижу, там кто-то сзади на меня стрелял. Там хотели Ender Pearl скинуть и через него тпхнуться к нам. Понимаешь? Только не дошли. Вот нам повезло. Не долетел, да? А, он, вижу, не долетел. Надо кто-то на базе, чтобы был. Так там один пацан, кто строит. Надо, чтобы прям вот был. Смотри, как зеленый наших разносит. А это не у нас на базе случайно там разносит? Нет. А у нас один умер уже. Чувак, можешь оставить? Не, ну а что, я ему написал, чтобы он знал. О, тут золота-то много. Все, сейчас я пойду закуплюсь. Нормусика. Так. О, зеленые. Где? Зеленые у нас на базе просто. Оба. Бегу. И я у них на базе, не пойму, что. А, блин, я к ним на базу пришел. Такой зеленый у них у нас на базе, я такой аж. Ох! Там, блин, 4 зеленых, я прибегаю. Думаю, что наши уже сломали. Надо было им кровать ломать. Я чуть протупил. У меня 600, если я что, я тебе куплю. Я, блин, такой на радостях прибегаю, блин. Так что, не понял? Зеленые тут пришли. Держи. Что держать? Спасибо! А чё? Ой. Ну, ясно, я вас понял. Спасибо, чувак. Молодец. Прям. Ender Pearl? Ага. Ender Pearl и зелится. Ага, спасибо, ага.
Так, давай. Ты там, короче, сам не иди, а то он зеленый. Я лук хочу купить. Я вижу, что зеленый строится прямо на золото. Лук и стрелу. У меня две стрелы. Почему? Потому что я никто. Ай, блин, чувак, стой. Догоню. Убью. Ты за кем-то там... Тиран, блин. Надо вместе пойти. Не надо по одному, понимаешь? Ну, давай сюда на мид. На серединку. На мид? Иду, иду. Вот ты уже слова какие умные знаешь. На мид? Да, 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 да. Все, все. В дотку играй. Не, шучу. Дотку. Ты снимай. Не, ну а что, надо чуваку сказать? Блин, сейчас начнется разговор. Надо быстро к ним идти, а то сейчас игра затянется слишком. Так, это красный, это красный, не надо к ним. Так, главное пойти туда, куда нужно. Давай, идем. А я бог. Идем, идем. Идем потихонечку. Только я не уверен, что мы что-то сломаем. Мы сломаем. Ничего мы не сломаем. Ну ты сломаешь, ладно. Пацаны, привет! Ничего мы не сломаем, понимаешь? Сломаем, 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 сломаем. Если поможет, то... О, там чуваки прямо держат. Да ну! Серьезно, да? Я вроде... Ёп, беги! Чё, там много, что ли? Да стрел в жопу нахватал. Давай, давай я сейчас вернусь туда. О, у них там эти... как... Сундучки. Сундучки-то сложнее сломать. Ты хочешь через верх? Не, я хочу на базу вернуться. А, кто-то к ним пошел. Я кровать их сломал! Есть! Ура! Все. Затащили просто. Давай, я бегу. А, я не успел их убить. Я вижу. Ну да ладно, их сейчас легко сломать. Я бегу, 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 бегу. А ну сюда иди! Мне лук кинули и стрелу. Ёп ты! Что там? Солил практически. Практически. Да нормально. Сейчас можно идти с простыми вещами. А, да, все, сейчас на изи пойдем с палками. Нет, нет. С палками тебя убьют. У меня есть лук. У меня есть лук. Я могу их... Давай палки возьмем, че, экстремалы. Прямо отсюда я не могу их убить. Что? Надо все-таки как-никак закупиться. Вот этого чуваку, сейчас даже скажу его имя, где оно... Лофожк. Спасибо тебе огромное. Он просто... Пошли, а то пацаны уже на нас пошли. Пошли на нас? Ах, вы жадные какие. Вот смотри, жадные бегут такие. Такие злые, знаешь. Вы нашу кровать сломали. Идите сюда, падлы. Все. Брат за брат. Брат за брат. Так, я золото пока пособираю. Я ж куркуль. А, в смысле, чего? А, ну ладно, Лофо... Как тебя зовут? Ник хоть пусть скажет. Блин, вот общение как-то... Ну, идет, чё. Блин, экстер... Это ты? Пошли. Нет. Пошли к нему, у меня лук есть. Да ну. Только я ни в кого не попал. Я вижу, да, стрелы летят. Это норма, это норма, чувак. Ох, они обустроились, так слушай. Ну, так кровать сломали же, надо что-то хотя бы сделать. Я пришел, пацаны, я пришел. А, ну да. Зря ты пришел к ним. Я буду отбиваться от чувака луком. Давай, я пока накуплю. Я тут на базе у них. А, меня бьют, в меня стреляют, чувак. Меня насилуют. Надо позвонить. А, я опять никого не убил. Ну, в смысле, этот твистер-бой, он какой-то прям бой. Читерский прям, да? Читерский, да? М? Тоже заметил, что читер? Угу. В меня бы не попали, если бы у меня были блоки. Это понимаю. Это ты на что намекаешь? На то, что кто-то не нес блоки. Ладно, хорошо. Кто-то свою работу потерял. Уволен, все, я пошел. Я вообще-то тащу. Так, этот чувак сказал ник или нет? Нет. Он просто сам его написать не может. Побыть на базе, понял, да? Он, короче, ты написал, как тебя зовут, а он в вопросике. Ну да, и он, наверное, ничего не понял. Боже, как глупо задавать. Какой твой ник, когда ник сам пишется? А, вот это простое ввод, этот, клавиш, понимаешь? Просто как тебя зовут? Ну, блин. Все, теперь их двое только осталось. Я вижу. Надо сейчас... А, они на центр все, да? Во-во-во, бежит на синий... Ой, сейчас догоню его. Ой, пацан, тебе не повезло. А он хочет зарашить у синих там. А, кстати, логично. Блок... Это ресурсы у чужих.
И чё? А у нас их тоже полно. Да, ну надо брать... То есть у синих там или у красных уже накопилось много. Ты понимаешь? 300. Чё 300? У тебя? Так, я 300, кому-то, да, иду, только я не понимаю. Тут где... Тут чувак был. Он такой застроился. Я такую серьезную броню купил. Сейчас блоков накуплю, нет. Серьезная броня и несерьезный чувак. Вообще супер. Шикарно. Я похож не на серьезного, да? Не, ну а мало ли. Понимаешь? Мало. Я ж тебя не знаю. Надо покушать. Не, ну это логично, да. Покушать надо всегда. А, блоки купить хотел, точно. Блоки у меня есть, все у меня есть, лук есть, я купил. Я знаю такие, все у меня есть. Вот чё ты блоки не нес-то, а? Ну вот ты же должен нести, чё я тут? Так, ладно, бегу-бегу, сейчас. Ща. О, пацана скинули, все. Скинули? Один пацан остался, он на синих, походу, да? Он на синих? Ну, сейчас поддадим ему по жопе. Ну, вот когда он меня насиловал, он был на синих. Тебя прям насиловали? Прям серьезно так. Такой сказал. Так, зеленые. Давай на зеленых побегу. А, ясно. А где его? Был убит игроком Драйс. А, вот вижу, он на синих, да. Он на синих? Где синий? Синий нашел. На зеленых, вот. На зеленых бегает один. А, так я его сейчас солю. А, все, он у зеленых? Мы затащили. Да? Да, я за... Все. О, браво! Все. Вообще шикарно. Так пошло прям. Бруйне затащил. Бруйне. Всем пока, ребята, с вами был Экстер и Брайан. Да, всем пока. Обязательно подписываемся, ставим лайки и рассказываем друзьям. Об этом... шикарном видео, потому что мы просто затащили. Сегодня было весело, было прикольно, потому что, ну, большинство кроваток я сломал и Брайан, и это было нечто. Это была у меня вторая игра. И затащили. Вот чувак тут спрашивает, я попал в ролик или нет. Рексор, попал, не бойся. Вот сзади стоит такой прикольный. Где он? Вот тут. Бородатый. Бородатый чувак. Вот твой скин как примерно должен был выглядеть. А вот не вот. Не вот эта женщина, понимаешь? Посмотри на себя сейчас. А не ой, все! Кто... Ой, все, пока, ребята. Все, в стенку бахнусь.